Что делать ребенку, если его на улице преследует незнакомец? Какие меры предосторожности должны соблюдать несовершеннолетние? Первое. Ребенку нужно обязательно знать наизусть номера мобильных телефонов родителей. Если они не отвечают на звонки, то ребенку нужно знать, к кому еще он может обратиться за помощью. Второе. Очень важно с самого детства обучать детей правилу pants. Правило нижнего белья гласит о том, что ребенка не должны касаться другие люди в тех местах, которые закрыты нижним бельем. Третье. Между взрослыми и детьми не может быть секретов. Если ребенку предложили сохранить что-то в секрете, обязательно нужно сообщить об этом взрослым. Четвертое. Травлю, буллинг терпеть нельзя. Следует обратиться к родителям или взрослым, кому доверяет ребенок, и пресечь ситуацию. Пятое. Если ребенок заметил, что его кто-то преследует, то нужно сразу направиться туда, где более оживленно, много людей, например, остановка. И шестое. Основные правила безопасности в соцсетях. Профиль должен быть закрытым, в друзья добавлять только тех людей, с кем ребенок знаком лично, не пересылать фото или видео, за которые было бы стыдно перед другими. И самое главное, будьте внимательны к своим детям.